Мои хорошие, всем привет! С вами Анша Балина. Я психолог, женский наставник, автор телесных и ментальных медитаций. Я хочу записать вам инсайт дня про женскую и не только энергию в теле человека. Почему вообще важно заботиться о своем уровне энергии и на что он влияет напрямую, что блокирует уровень энергии в теле? Вообще энергетически заряженный человек — это человек, который кайфует от своей жизни, который ставит цели и достигает эти цели наилучшим для себя и окружающих образом. Уровень энергии напрямую влияет на уровень денег в вашей жизни, на состояние здоровья, на качестве отношений и в целом на гармонию вашу с этим миром. То есть, соответственно, чем больше у вас энергии в теле, в организме, во всех телах, не только физическом, но и эфирном, тем выше ваш уровень дохода, здоровье, тем крепче, тем лучше ваши отношения с любимым человеком, и в целом вы находитесь в состоянии гармонии с этим миром, с этой жизнью. Что блокирует энергию в теле человека? Это, конечно же, первое, это установочки родительские, установки социума. В общем, негативные установки блокируют поток энергии в теле человека. Следующий момент — это страхи наши. Наши страхи, беспокойства, тревоги, тревожные мысли, состояние апатии, депрессии, раздражения, злости, гнева, зависть, ревность, обсуждение. Ой, какой классный двор, смотрите. Кайф, да, красиво? Вот, гуляю по Питеру, вообще обожаю Питер. В общем, о чем я остановилась? Вот, это все то, что сосет вашу энергию. Когда вы кого-то осуждаете, когда вы кого-то обсуждаете, все это забирает вашу энергию, и в итоге появляются проблемы с финансами, проблемы в отношениях, проблемы со здоровьем. Как можно это все избежать, как повысить уровень своей энергии в теле? В первую очередь это начать. Вот, девочки, сейчас будет самая топовая практика, которая вообще must have, всегда работает, всегда ее нужно делать, независимо от того, в каком вы состоянии находитесь. Это практика благодарности. Это дневник благодарности. Когда вы говорите слова благодарности искренне, да, вы говорите спасибо за то, что я уже имею. И Вселенная вас слышит, и она приумножает все то, за что вы благодарны. Благодарите за то, какое у вас есть тело, что у вас есть руки, ноги, глаза, уши. Вы можете чувствовать, вы можете дышать, наслаждаться этим миром и просто жить полной жизнью. Когда вы за это начинаете благодарить, вообще, в принципе, за все благодарить, что есть в вашей жизни, это все начинает приумножаться. Поэтому практика благодарности работает всегда, работает очень мощно. Она повышает уровень ваших вибраций в теле и в целом ваш энергетический уровень. Я сама делала практику благодарности уже
каждый день я пишу дневники благодарности, минимум 10 благодарностей. Зарядка садится. Минимум 10 благодарностей этому дню, и уровень моей энергии просто возрос вот так вот, просто. Потому что у меня начали случаться события в жизни, которые вообще, ну как это возможно? Но это начало случаться, начали приходить в жизнь новые люди, деньги, отношения, и в целом началось развитие себя как личности. Короче, это реально работает, я проверила. Это первое, что и самое важное, что нужно сделать, если вы хотите повысить уровень своей энергии. А я вас крепко обнимаю и люблю. Ваша Анечка.